в храме в честь великомученика Пантелеимона поселка Роза Коркинского района главный звонарь Челябинской области Андрей Курбатов открыл школу колокольного звона. Знакомство с этим видом искусства начинается с просмотра документального фильма режиссера Валентины Матвеевой «Пока звонит звонарь» и с устройства колокола. Уже на первом уроке мастер колокольного звона ставит ученикам руку, обучает основным звонам православной церкви. Оттачивают свои навыки будущие звонари на специальном тренажере. Звонарному делу может обучиться любой верующий человек. Главное – желание. Звонарь – это не профессия, а дар Божий, потому что колокола нужно любить. Занятия проходят раз в две недели по субботам с 11 до 13 часов. Следующее занятие состоится 21 октября.